В Бишкеке задержали наркокурьера на остановке, сообщает пресс-служба МВД. По данным милиции, сотрудниками СБНН в ноябре прошлого года была получена оперативная информация в отношении наркогруппировки, занимающейся поставками крупных партий наркотических средств каннабисной группы в местах лишения свободы. В ходе реализации которого успешно проведена специальная операция по ликвидации канала поставок и сбыта наркотиков каннабисной группы в местах лишения свободы. А именно 19 марта примерно 17:30 на пересечении улиц Джибекджулу и Алматинской города Бишкек прямо на остановке был задержан гражданин по кличке Шама. Установлено, что задержанный ранее судимый и неоднократно занимался поставками наркотиков в местах лишения свободы. В ходе задержания при личном досмотре был обнаружен и изъят рюкзак зеленого цвета, внутри которого находилась 5-литровая пластиковая бутылка из-под растительного масла, 2-литровая пластиковая бутылка из-под кока-колы, внутри которых находилось светло-зеленое вещество в рассыпчатом виде растительного происхождения со специфическим запахом конопли. По признакам похожее на наркотическое вещество гашиш. Общий вес изъятого вещества составил 2 килограмма 194 грамма. Задержанный во дворе ВВС ГУВД города Бишкек.